Вот в 90-х отец сидел дома, без зарплаты, на картошке и не знал, куда пойти работать, потому что не платили. Сейчас сын сидит на картофельных чипсах и думает, как бы не работать, потому что мало платят. Почему российские граждане должны работать? Сколько можно уже рвать жопу на дядю? Мы хотим сидеть на жопе ровно, а не искать на нее приключения. С завтрашнего дня объявляю всем выходной, всем без исключения, за свой счет. Вот. А в студии «Пародист» пусть работают дальше. Пусть делают свои видео поздравления с днем рождения, на свадьбу, куда и хотят. А мы посмотрим и посмеемся. Пусть работают другие, но российские граждане не работали, не работают и не будут работать. У меня все.